И всем привет, дорогие ребята! Вы на канале Nightmares, и сегодня будет не обзор, а сравнение старого EP2K и нового EP2K. И вы должны оценить в комментарии. Ну и всем, конечно же, приятного просмотра. Вот перед старого электровоза EP2K. Такой себе. Перед нового EP2K довольно красивый и мощный. Колесные пары у старого EP2K такие себе и маленькие. Ну и передние колесные пары у нового EP2K. Сам EP2K очень похож даже как-то. Ну и кабина старого EP2K такая же маленькая, если вы смотрели видео. Да, у нового EP2K такие же проблемы, что мало мест. Ну, что поделать, Майнкрафт так Майнкрафт. Ну и теперь машинное отделение у старого EP2K. Он довольно не похож, что-то пусто, не детально, вот сам туалет. Ну и мотор, он вообще не похож, он даже не такой вообще в EP2K. А теперь новый EP2K, более детальный. И новый туалет, биотуалет. Ну и конечно же мотор более похож, как и в реальном жизни. Вот такой красивый и мощный. Ну и верхняя часть у старого EP2K. Только приемник даже не похож, как настоящий. И даже верх такой себе не детальный. Даже сам не похож. Ну и теперь новый EP2K. Он более похож, и только приемники правильные. А не как из Китая, как будто тот. И только приемник даже правильно. Ну и ладно, вы были на канале Nightmares, и конечно же оцените новый EP2K, и сравните старым и с новым, какой вам больше нравится. И вы сейчас видите очень много электровозов. И ладно, и всем пока-пока!